Приветствую вас. И первое, с чего нужно начать, это причина, по которой вы ушли от своего мужа, с которым у вас 6 лет совместной жизни за плечами, и ребенок. Раз вы влюбились в другого мужчину, значит, своего мужа любили не очень сильно. Либо вам чего-то не хватало во взаимодействии с ним. Вот начать нужно с того, чтобы подумать и понять, а чего же вам не хватало. Вот что вы искали с любовником, настоящим молодым человеком, такого, чего не давал вам ваш муж. Вот что вам не хватало. Что вы искали, ищете, на что надеетесь получить вот этим, к этим вашим мужчинам вторым? Потому что видите ли, какая получается ситуация. Если отношения человека складываются так, что он воспринимает своего партнера как средство для достижения своих потребностей, удовлетворения их, то такие отношения заканчиваются не очень хорошо. Потому что рано или поздно человек либо перестает потребность удовлетворять, либо потребность удовлетворяется, человек хочет идти куда-то дальше, а не знает куда. Потому что изначально ему казалось, что потребность, которую нужно было удовлетворить, это все, что его волнует на данный момент. И оказалось, что нет. Оказалось, что это далеко не так. Оказалось, что кроме этой потребности есть что-то еще. А именно, желание делать человека счастливым. Желание быть с ним. Просто так, безусловно. И думаю, что после того, как вы определите для себя, ради чего и для чего вы с вашим настоящим мужчиной, который у вас сейчас, и чего вы недополучали с мужем, вам нужно ответить себе на другой вопрос. А вы хотите молодого человека, вот, который у вас сейчас, делать счастливым? Вы принимаете его таким, какой он есть, или нет? Или вы хотите, чтобы он был каким-то другим, таким, который вам представляется верным, таким, каким вы его себе нарисовали сами. Вот с этого, пожалуй, и нужно начать, вот с этих вопросов. Потому что если человек в действительности оказался не таким, как он есть, а, судя по всему, у вас получилось именно так, то получается, что вы видели его через призму своих потребностей, своих желаний. И да, то, что вы как бы не пожертвовали своими желаниями и не остались с мужем, это хорошо. Это хорошо. Но вот то, что вы свои потребности начали удовлетворять через мужчину, через человека, вот это плохо. Вы можете сказать, а как, если мне, например, не хватало секса? Как мне тогда поступать? Вы понимаете, если вопрос обстоит так, то и женщины, и мужчины за неимением достаточного количества интимной жизни имеют любовников, но не уходят при этом от мужа. Потому что мужем может быть на платоническом уровне все хорошо, а вот что касается физически, здесь, конечно, всегда может быть ряд особенностей. Но раз вы ушли, значит, какая-то потребность была и не только связанная с сексом. Что-то было еще. И вот это вам нужно удовлетворять не через человека, а самостоятельно, чтобы не быть зависимой от этой потребности.
потому что ее неудовлетворенность спровоцировала сперва ваш уход от мужа, а теперь одиночество по отношению к этому человеку. Это, собственно говоря, то, что касается ваших отношений на личном фронте. Теперь то, что вы пишете по поводу работы. Что значит, с работой по специальности у вас не получается, несколько увольнений подряд, не вижу выхода. А вот вы знаете, если несколько увольнений подряд у вас произошло, значит что-то на рабочем месте, что-то вы делаете не так, что-то не нравится вашему начальству. Какие-то ваши поступки начальству видятся как негативные, деструктивные, неэффективные, непродуктивные. Тут необходимо проанализировать проанализировать вашу профессиональную деятельность и уже основываясь на ваших ошибках, вырабатывать четкую стратегию по деловому поведению, по профессиональному поведению, так, чтобы в будущем, если вы устроились на работу, вы не повторяли вот этих вот ошибок, которые у вас у них были. И даже если вы считаете, что в ситуации с начальством виноваты не вы, то есть вы это все делали правильно, а вот начальство как-то вас неверно понял, то это особого значения не имеет, потому что поскольку вы заинтересованы в работе, то, по крайней мере, первое время, пока у вас не будет кредита доверия к начальству, вам необходимо все-таки подстраиваться под требования именно руководителей. А уже потом, когда вы и на рабочем месте обустроитесь, и кредит доверия у вас будет, и начальство будет видеть, что вы сотрудник надежный, опытный уже и долгое время на работе, тогда уже можно будет как-то и свои правила, свои какие-то желания, потребности диктовать, но не сразу. В заключение хочется сказать, что для того, чтобы взять себя и свою жизнь в руки, нужно четко определить, что вам интересно, чего вам хочется, к чему вы стремитесь, какие у вас желания и потребности, и начать деятельность по осуществлению всего этого. При этом помнить, что люди, которых вы встречаете на своем пути, выступают по большей части, кроме близких людей, как бы сотрудник для того, чтобы добиться того, чего вы хотите. Но не стоит ставить себя в зависимость от кого-либо, не только мужчину, но вообще кого-либо, когда дело касается того, чего вы хотите. Если вы через кого-то пытаетесь добиться того, чего вы хотите, пытаетесь удовлетворить свои потребности, то вы ставите себя всегда ниже такого человека, в менее выгодную позицию относительно его, и это всегда практически приводит к негативным последствиям. Вот примерно так вам нужно поступать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.